Немецкий кардинал Вальтер Каспер заявил, что предложение о возможности возведения женщин в сан диакона вызовет глубокие разногласия в католической церкви, сообщают западные СМИ. «Я думаю, что по этому вопросу будет острая дискуссия. В этом вопросе церковь делится на два лагеря», — сказал Каспер в интервью. «У меня лично нет четкой позиции, но я всегда открыт и готов для нововведений», — добавил он. Накануне Папа Франциск объявил о планах создания комиссии, которая рассмотрит возможность получения женщинами сана диакона, соответствующего низшей первой ступени церковной иерархии. В христианской церкви с 1 по 8 век существовал чин женщин-служителей, называвшихся диаконисами. Они несли определенные церковные обязанности, но не принимали участия в совершении таинств.